Да, со временем Питер разросся так, что сегодня это наполовину уже новостройки. Его окружают целые города-сателлиты, в которых живет полно народа. И если на время абстрагироваться от плохих дорог и переполненных паркингов, то живут люди вполне недурно. Ходят в барбершопы, массажные салоны, кондитерские, пивные бары. Порой достаточно просто спуститься на первый этаж собственного дома в тапках, ну или калошах. Меня зовут Андрей Иванов, я репортер и живу в одном из таких районов. Вот решил пробежаться по первым этажам, посмотреть, где что дают и насколько это удобно, качественно, доступно. Но главное, снять про это видосы, веселые и задорные, и выложить в сеть. Если ваш бизнес находится на первом этаже, например, вот такого дома, с удовольствием вдвоем с камерой заглянем к вам, чтобы люди побольше про вас узнали. Итак, вам реклама и хорошее настроение, нам чистое удовольствие. Контакты для связи прилагаются. Надеюсь, увидимся. Братан, ты здесь галушу не видел? Сходил в магазин. Мирдан, у меня первый вопрос по возможностям вашей клиники. Кариес-то вы лечите? Ух ты. Какой у вас график работы? Ходят слухи, что на рынке полным-полно всякого черного материала. Вы работаете ночью, то есть, да? Так а каким врачам? Кто вот у вас работает, например? Есть ли у них дипломы? Не приехали ли они из сопредельных стран? Проходите, пожалуйста, за ассистентом. Сейчас вас упакуют. Нет, это пистолет. Что после этого с пациентом не хочется? Не потому, что мне не хочется платить доктору, потому что у меня просто нету денег. Суть его, пожалуйста, от пациента. Это для релакса? Вы сами-то где зубы лечите? Почему ты постоянно истеришь? Вот ты вот накручиваешь, все время что-то хочешь непонятного. Все нормально будет. Мне бы продать квартиру и купить что-нибудь побольше. Я сомневался, идти ли мне в агентство или нет. Слушайте, а вот чаек есть хорош. Мой ноут! Что касается денег, должен ли я что-то заплатить сразу? Ребята, вы кто? Мы хозяева квартиры. Как происходит процесс продажи моей квартиры? Документы вы забираете сразу на мою квартиру? Мы здесь жили, живем и будем жить. Что в итоге влияет на стоимость квартиры?